Сейчас, друзья, тоже будет премьера. На русском мы написали песню. Мы, кстати, относимся трепетно, потому что не хотим, чтобы просто петь на русском, чтобы слушателям из разных стран было понятно. Мы просто хотим это сделать с душой, и из-за этого у нас только там три песни на русском, или три, по-моему. Вот это третья песня. Называется «Прорвемся», друзья. Вы живете в большом городе, в мегаполисе. Мы живем в небольшом городе, но все равно живем в городе. Но не в этом дело. Главное то, что мир очень куда-то, все очень спешат. Каждый день. И вы больше это чувствуете, потому что в Москве все куда-то спешат. Например, в Тбилиси тоже. И получается то, что с каждым днем все больше проблем. И я очень много раз задумывался, что может быть все это бросить, может быть не воевать, может быть бросить, нас не берут. Были у нас периоды, когда у нас 2 месяца не было концертов, там 3 месяца, а мы только этим и зарабатываем. И вот там я говорил, что может быть я пойду в банк, буду работать, чем петь. Но я не пошел, потому что я подумал, что прорвемся, друзья, прорвемся обязательно.
эту Иржу. Меня покинул игрок, взгляд бросил, словно курс, но я сильный стократ. И говорю, друзья, огромное спасибо.